Привет, привет, мои прекрасные друзья. Вот так в неспешной красе набережной проходит жизнь местных жителей. Видите? Тишина, спокойствие, красота, море. Без туристов хорошо, но туристы кормят местных жителей, поэтому не можем сказать, что за ними никто не скучает. Скучает за посетителями из разных стран, здешних мест. Но вот красота, согласитесь, такая прямо гармония. Хороший комплекс, правда? В прошлый раз вам здесь снимала все. Как раз была с моей подружкой риэлтором. Она нам все это тут показывала. Если нужны координаты, дам координаты Натальи, моей подруге. Вы только напишите, что вам это надо. Ну вот так. Красота. Ой. А воздух какой волшебный. Море волнуется раз. Море волнуется два. Море волнуется три. Морская фигура на месте. Замри. Но где наша золотая рыбка? Как вы думаете, где? А золотых рыбок я вам показывала в ресторане Сиана. Ну что, обнимаю вас любовью. Чао-чао, мои прекрасные друзья. Давайте морешком закончим.